пошли уже на концерт. Вот дедушки! Кстати, я подумал, что все-таки хорошо, что есть. Не знаю, как для вас, но для меня было приятно, что можно так все собраться вместе. И вообще, что бы мы знали друг о друге, если бы не телевизор и телек, газетки. Не знаю, он что там в новостях скажет, думаю, только и слушает. Вот, кстати, тут в новостях передавали один очень прикольный случай. Он все не дает мне покоя. Сторож в зоопарке развлекался ночью. Значит, посадил хамелеона на стопку разноцветных бумажек. И, значит, дожидался, пока животное нальется цветом верхней бумажки, а потом выдергивал ее из-под него, и бедное животное, бедное присмыкающееся, оно исправно наливалось одним цветом за другим, пятым, десятым, пятидесятым, пока не погибло, да. Вы видели, да? Не погибло от пигментного истощения. Ну, знаете, садисты взяли по доносу коллег и там правосудие и прочее. Или вот вам другой пример. Чувак 45 лет пошел на прогулку в парк культуры и запихав себе в штаны 19 голубей. И у него были такие широкие штанцы. Вот. Потом на суде он признался, что ему просто нравилось ощущение. Вот. А когда его, кстати, его сдала собственная мать. Вот. Когда его брали, он кричал: «Я же никому не делал зла!» А голуби еще долго кружили под полицейской коляской так, как будто хотели.